Всем привет, с вами Макс Риск, Маша и Медведь. Пиццерия требуется разрешение. Нажимаем ОК. Вот, значит, их компания. Да, узнаете, Anime Sense Court. Это компания Anime Sense. Приятного просмотра, только лайк с вас. Подписка на YouTube канал. Принимаю, конечно, условия. Условия по пользованию. Вроде бы мы всех читаем, конечно. Давайте почитаем. Немножко по кобырам посмотрим. Я вам еще покажу способ один. Ну, офигенный. Который сможете быстро прочитать. Ну, давайте вам покажу сразу. Так, нажимаете такую функцию под названием... А, тут ее нету. Слышите? А где тут кнопочка найти? Найти, ладно, через ПК можно. И с другого телефона. Ну, в общем, так как-то так вот. Вроде бы можно снимать. Пожалуйста, укажите свой возраст. Ну, мне уже скоро 18. Машина, медведь, пиццерия. Если вам меньше, то разработчики вам скажут там. Окей, авторизуйся. Там, не знаю, клуб Маша. Еще музыка, офигенно, да? Так, это как готовить. Оформим подписку и открою все пиццы. Какая музыка, кстати? Вот далее. Открой всех друзей. Оформим подписки, откроем все. Без рекламы и таймеров. Без таймеров на пиццу. Подпиской ты получишь доступ ко всей игре. Офигеть. Начать. 8 часов игры без рекламы, все пиццы и друзья. Сколько это стоит? Идет соединение. Да, сколько это стоит? Вообще, наверное, дороговато, где-то 200 гривен. Мои друзья проголодались. Приготовим им пиццу. Ладно, поиграем, посмотрим. И только перед началом ролика подпишись на канал Макс Риск. На английском Макс Риск. Каждый видеоролик есть мой ТикТок канал и лайк канал, лайк тоже. Дискорд, официальный Фейсбук, ВК. И все остальное. Приятного просмотра. Выбери друга, которому приготовим пиццу. Волки. А что это за НД? Нужно пройти их или что? А, за рекламу. Или ты пройдешь все подряд, или же покупай. Премиум. Не, я хочу волка. Волки? Есть, я их помню. Выбери пиццу, которую будем готовить. Ха, наверное, самым первым. А тут, конечно, нельзя, а. А, вообще легко готовить, я очень мастер. Нужные продукты в корзину. А я не помню, как. Хорошо справляешься. Помидоры. Сыр. Правильно. Оливковое масло. Ковшик сыра. Молодец. Ты собрал все продукты. Офигенный игра. Нужно подготовить продукты. Я такой никогда не был игры. Не, ну есть похожая такая вот игра. Я играл в Винни-Пух. Что я думаю, знаю. Офигеть. Ой, ё-моё, это прям реалистично. И так по-быстрому все ускоряется. Легкий, конечно, способ, картиночки, так, давай. Это нужно порезать. Вот блин. А если я режу себе ручки? Что тогда? Порежу. А там половина, где? Тут не все, только 4 кусочка, нечестно. Я в шоке с этой игры, реально прикольно. Все. Клуб Маша, это задонайши. Ой, а что там такое? В общем там. Блин. Соус. А как? Я не готовлю, так возможно сейчас нужно молоко липкое. А что сразу сыр? А чё сразу соль? А так можно? Ладно. Ладно, улей дальше. Улей дальше. Вот скажите мне, чтобы я знал. Или можно чего угодно. А, можно чего угодно. Ну, правильно будет варенье потом молоко, да? Или чем молоко потом смешать? Как-то криво получится. Поэтому давайте.
А вот выбираем. Вот так вот. Это молоко. Вот так вот. Офигенно, да? Ты вообще мастер, как я понял. Закрыть. Я не выключаю рекламы. Так, то кто-то заляпал. Как дальше? Мука сначала или соль? Как говорится, соль говорят. Пошли соли. Потом мука, потом молоко. Для настоящих все. Давай. Офигеть. Ура! Оно уже похоже на пиццу. Осталось добавить начинку для пиццы. Ой. Не помогли. Сыр давай. Ага. Отлично. Вот варенье жизни такое, да? Легко вообще выдавалось. Отлично! Пицца почти готова. Отправляем пиццу. Как вам? Пропустить? Да не, нормально. Пропустить, а не было. Нажимай на экран, чтобы пицца готовилась быстрее. Волки. А теперь отследи, потом отправь, потом дай им покушать. Прикольно, уже сюжет, это уже сюжет на линию. Разработчики постарались. Давай найдем дом друга. А где? О, офигеть, а тут что, не видно никак? Я вас сейчас найду, ждите. Опа-на. Привет. Ты нашел его. На находке. Скорее, поедем к нему. Теперь на такси или маршрутке. Препятствия, скорее всего. Мишка, дари на газ. Пицца. Осторожно, впереди белки. А что делать? А ну кыш. А ну кыш, а ну кыш. Капец. Осторожно, впереди пропасть. Нужно построить мост. Построй сейчас как? Вот так вот. Вот так. Вот так. Что не боялся, Миша. Вдруг он будет бояться. Офигеть, он реалистичный. Как он вместился? Да тут сейчас Миша выйдет, сейчас давай ему. А. Это что он там сидит? Там уходи. Ты всегда должен выходить помогать. Осторожно. Впереди шишки. Я же тебя видел в ролике, что мультфильм, что помогал. Ну, а скорялка. Ура! Мы приехали. Привет! Прикольный кино. Ну, а еще накормить. Да. Пополам давай. Но не целую. Теперь накорми всех пиццей. Так, давай. Ом. Ом. Молодец. Все сыты и довольны. Нажми на подарок, чтобы его открыть. Ура! У тебя есть новые продукты для пиццы. Молодец.
выбери друга, которому приготовим пиццу. Ну что, сегодня один будет? Блин. Так, это вроде бы 70 часов, офигеть, 70 минут. Ну, кстати, было офигенно. Мне понравилось. Ну, все, заканчиваем, что поделать, денег нет на счету. А, за рекламу. Вот, блин, давайте тогда. Конечно, не закончу, короткий не хочу еще на канал. Итак, да, у вас черный экран. Ну, подождите там. Вам не нужно показывать руки уже с рекламой. А то YouTube скажет, ой, рекламируешь, бан, на тебе, жестко. Так, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Может, конечно, другого? Ну, в принципе, ладно. А, так он хочет это, да? А, за ним, блин. А, блин, вечная реклама, смотри, ладно. А, реклама, да? Да. Окей. О, я такую знаю. Там пишут. Собери нужные продукты. Да, я, наверное, все заберу. Ой. Ну, что нужно? Базилик. Базилик. Сыр. Сыр. Верно. Грибы. Гриб. Правильно. Лук. Лук. Молодец. Молодец. Ты собрал все продукты. Что будем готовить? Пора готовить пиццу. Маша так любит твое девочек. А, дед, блин. Дневник давай, да? И так сколько скачи, я в шоке. 5 миллионов, нормально. А что там еще, я посмотрю. Офигеть, в описании уже это все ставить. Ладно. Ага. Скачиваем 5 миллионов. А дата выпуска на игры. Ага, 15 января 2020 года. Январь. Начало, потом дальше идет декабрь и Новый год. Ну вот, как-то так вот. Новая игра. И 5 миллионов скачиваний. Разработчик, ты известный геймс. А, я сразу, о, кнопочка обновить, не понял. Но в обновлении сразу играть начинаю. Даже не предупредить. Так, значит, смотрите, мы фиксик с вами играли. Играли, смотрели, смотрели. Так, я же такой клёво. Один его скачу. По большему счету, Маша Медведя. Говорят, стоит играть. Вообще, оценил. Наверное. Так, давай, сэр. Можно что угодно тут выбрать. А, тут сразу быстро слушаю, а там не. Вот видишь. Куб Маша. Так, нет денег, сори. Это нужно порезать. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Как ниндзя. Бэм. 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 Еще пару. А, давай. А что, если я не все успею? Блин, хотел ты там. О! Нет! Просто ровно! Ладно. Так что, звук. Мне тоже думал, лук есть. Тоже режу. Потом покажу в ролике. Не, ну я не сам же, потому что сам будет записывать ролики. В влоге посмотрите, кто за конечно захочет. Сколько, блин? А ну-ка ж реклама. Оторви все листики. Отлично. Продукты заготовлены. Ну все, значит. Давай приготовим соус для пиццы. Так. Давай сначала моя очередь. Ой, шутка. Скачаем. Моя очередь. Кирать два оливье и все остальное. Да, ну моя очередь. Так, давай, заружись. Блин, заново играю, да? Ну блин, я даже не доиграю. В чем дело? За что такое? Блин. Хотел бы пройти там еще долгий путь. Скорее всего, там уже так же самое все это. Такая серия, если честно. Ты меня скачивай за эту игру.
Так, подождите, есть? Нет, ну, нормально 5 минут. Да, нормально. В общем, такое себе управление. Прям для новичков. Фанат данных, блин. 3 дня бесплатно. Это бонус вам. Ну нет, денег, значит, бонусы не получишь. В общем, ладно, хватит, я пиццу там почти готовил, а вы таки в бам выкинули. Должны дали пиццу зайти. Ну как так можно обещаться? Стоп, значит, это с рекламой, тоже с рекламой. Может, конечно, вы поиграете, в принципе. Так, это вроде задоначено там тоже. Оформи подписку и открой всех друзей. О, плей, плей, плей. О, смотри. О, смотри. Ну, опа-на, вон. Ну, вроде бы так же само все. Это просто игра для начинающих разработчиков. Именно кто умеет делать. Такая же карта, блин. Я сам могу скопировать, блин. Вставить просто одну катку сделать. И скопировать героев. Вставить обратно героев. Вообще вам. Если вы не разработчик, вы, наверное, не зря разбираетесь, да? Язык вообще легко установить, как помню, да? У первый, второй, третий, четвертый, пятый легко будет. А такие основные языки, а дальше легко будет. Игра просто такая легкая, что разработчик даже такого уровня, как я могу ее сделать. И 5 минут скачивания мне будет ходить. А. Не, ну хоть 1 миллион. Скачайте мою игру. Похоже на это. А, подождите, разработчики эти вот разрешают, так скажем, сделать такую игру, вот не знаю. Ну, вроде можно, реально. Давайте сейчас узнаем. Маша Медведь. Ну, он популярный, так что, думаю, можно. Думаю, хоть даже 1 миллион скачаний будет кайф. А то реально. Мне 5 скачаний, у кого-то миллион. Так это ж легко вообще, между прочим. Вот, 100 миллионов скачиваний. Разработчик другой, видите? Вот, снова свои разные игры, в принципе. И вроде бы разные герои. Сейчас покажу. Вот, а, ну Маша Медведь, игрушки, котики, Маша Медведь. Ну, это значит, что Маша Медведь можно. Мне же такую игру составить, чтобы вы тоже оценили. Я буду крутить создавать игры. Они, ну, в принципе, эта игра не так уж много лет. Поэтому в будущем будет новое обновление. Ну ладно. Так вот он. Вот здесь. У меня скачет новый разработчик. Или тот же разработчик. Так они друзья или ссорятся? Вот новый разработчик. Друзья, тут куча разработчиков. Блин, Маша Медведь можно снимать, можно плюшка. Не забань ваш канал, не бойтесь. Именно мне это говорю, а то реально выйдет за канал, реально. Забанили, блин, один канал, жалко. Второй банят, третий банят. Все. И хватит. Цифра 3 это конец. Если четвертый канал забанят, я просто буду в шоке. Мы уже как в интернете 4 года. 2021, да, 4 года. 2022, да, 5 лет. Блин, так понемножку. Так, значит, сок тут скачан. Разработчик тот же. Ну, очень понятно. Создам игру круче, чем эту. Но если эта игра будет кучу обновок делать, то я буду в шоке. Так, значит, смотрите, это для моя, конечно, идея, ну, там, для игры. Вот в будущее, что будет такое? Ну, первым делом я тоже сдам эту игру, похоже, так вот, через, как минимум полгода. Думаю, там нам скажут, как оплатить там для маркетинга, как сделать игру, хоть какую-то. Но я вижу, что это вот такая вот большая игра, мобильная такая вот. Ну, значит, смотрите. В игре у нас будет уже пиццу, конечно, уже использовали, но в принципе я могу для теста то же самое взять пиццу, тогда начнем играть. Пиццам. Ну, вообще так вот. Потом я хочу, знаете, что добавить? Даже не знаю, давай подумаем. Пицца есть. Но пиццу я сейчас задам, возможно, не будет круче. Ну, вот, пицца видится, видите? Одна и та же пицца героя. На одной карте, ну бывает там по-разному. Ну это вот оформление, блин, старое, блин. Там и там копируют.
Вообще, я могу тоже сдать, будет 5 минут скачивать. Ну как, может быть. Там, потому что пиар. Ну, можно сказать, 10 тысяч. Как минимум. Окей? Это будет вообще огонь. Это моя мечта, да? Да, значит, смотрите, значит. Маша Медведь, игра пицца. Что там, почему бы нет? Второй, значит, такой вот хороший только. Вот, нашел идею. Ну, я просто вижу на привычке сразу впечатление. Найди какую-то вещь в доме у этого медведя. И на улице можно, в принципе, в общем, где угодно. Там вот пару штук, потом они соединяются, получается какой-то, можно сказать вам, ну, к примеру, получится механизм с новенький, такой прикольненький. Я тоже какую-то одну играл игру, там вот такой механизм, не помню уж как называется, где-то 5 как минимум лет назад, 5, это пример, не, 6 лет назад, давай так, да, 7 лет назад, ну 6 лет, 7, 8, 9 лет назад, то есть сколько мне лет, 8, 9, прикольно, я играл в игру, где там нужно найти и построить механизм и взлететь на ракете. Офигенно было, если честно, игра, я это не клацал, сори. Сделал, вот, видите, снова Маша. А, 100 тысяч скачан. Разработчик, или ты популярный, или нет, ты, ну, я вижу, что у тебя копия. Ага, то 100 тысяч, слушай. У меня тоже может быть 100 тысяч. А, так это не важно, главное, чтобы был лайк еще. В общем, ладно. Вот такая у нас будет гейка. Эх, жалко, что я не помню эту игру, но... Ну, было прикольно. С 2010 года, не помню создание, вообще не помню. Называется просто помню игру. Как она проходится. Ну, создам, похоже, такую игру. Как воспоминания. И, возможно, я и найду, конечно, напишу, потому что это детство. Вспомню детство. Вы тоже знаете детство? Вот напишите в комментариях. Что для вас означает детство? Блин, там вот такая классная игра. Там еще другие игры были. Ну, там, я помню их. Не хочу с ним играть, бам-бам, стрелы. Но самое лучшее это строить. Вот я хочу в этой игре. Да-да, и такая вот хай будет. Ну что, ох ты, это что новое? Что меняется? На английском. А ничего, что я русский. Можно ошибка для разработчиков. Ну еще они новички, как я понял. Не против. Если я был бы разработчиком, я бы другое что сделал. Не понимаю, почему ты такое видел. Как мне это сделали? Квадратиком. Все вместили. Ну, да, круто. Но он тут на английском. Это ошибка разработчиков. Или они так экономят место файлов. Размер. Ну, в принципе, да. Главное, чтобы у вас там было меньше. Размером этого. Ну, ладно. Всем удачи, пока. Скоро исполнится моя мечта. Я... И на этом канале расскажу про нее. Возможно, будете в нее играть. Будет классно вообще. Пока.